Всем привет! Сегодня мы поиграем в игру под названием «Моя карманная пони виртуально». Не знаю, почему так назвали. Завтра. Сегодня. Это послезавтра. Клёво. Пятый день. Так, первый день я получаю 50 монет. И у меня 5 бриллиантов. Я в первый раз скачиваю эту пони. Какая она будет у меня? Черная. Да шучу, я будь красненькая будет. Не, а сколько же? Думаю, вот такая какая-нибудь. Прическа. Давайте черная будет. Или вот так. Тоже давайте черненькие. Рог или крылья. Давайте ей вот так оставим. Создать эту пони. Да, нет. Да, хочу. Загрузка. Обучение. Вы только что создали вашу первую пони. Она пока младенец и будет расти каждые полчаса. Обучение. Это ваши монеты на ТТЦ, РТЦ, РТЦ. Поняла. Все, хватит. Я хочу прическу поменять. Прически иди. Ну, за что такая? Знаете, я хочу какую-нибудь вот такую. Но мне нужно еще подзаработать. Поэтому пока я оставлю себе вот такую. Это что? За 60. За 70. Ой, ей можно кофточку выбирать. Я счастлива. Я счастлива. Она мне пишет, я счастлива. Не-не-не-не, это вообще красиво. Это никуда не годится. Я бы с удовольствием купила бы ей вот такое. А, ну все, вот так оставим ее. Привет. Здравствуй. Как дела? Замечательно. Ты хочешь есть? Я не хочу. Давай играть. Нет. Я люблю тебя. Ура! Мы уже говорили про это. Интересная игра. Я люблю тебя. Я люблю тебя. Мы уже говорили про это. Так, ладно. А, ни хрена себе. Я счастлива. Но это не ты, это я счастлива. О, господи. Да она же взлетела. Ай, да господи. Я счастлива. Я счастлива. Давайте мы напишем «Я люблю тебя». Мы уже говорили про это. Да я тебе сейчас, знаешь, что скажу? Я скажу, ты плохая. Ты меня любишь? Я люблю тебя. Давай играть, нет. Я люблю тебя тоже. Она говорила, что будет расти каждые полчаса. Я счастлива. Куда?
Ладно, пошли. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой, ты чё? Чё у меня? А у меня ничего нет. Чё? Чё? Как на унитазик быстро. Перегрузка. Подарок. Пойдём сейчас. Чё у меня за подарок? Чё за всё? Теперь нужно себя помыть. Как говорится, кладем себя вот сюда. Я люблю тебя. Я люблю тебя. Мне очень приятно. Все включаем. Я счастлива. Смотрите, как вода красиво падает. Очень красиво. Ладно, пошли. Гляньте, это просто прелесть. Только очень было противно, что ее вырвало. Ладно, ничего страшного. Секунду. Все, проблема решена, извините. Так, все, слезай. Что мне с ней можно делать, вопрос? Ой, давайте ее с горки покатим. Как-нибудь тебя. Уже 55 монет. Уже 56. Давайте мы ее на подучке попрыгаем. Я люблю тебя. Все, секунду. Извините, опять извиняюсь. Просто она у меня спросила кое-что. Но я не скажу это. Я сейчас дома сижу, снимаю. У меня уже 60 монет. Ой, господи, я люблю тебя. Тохцы моя прелесть. Блин. Давайте ей подгузник туда менять. Так, это выкидываем. Да, господи. Ой, да божечки. Ну, значит, пошли в магазин, у меня ничего нету. У меня даже нету памперсов для тебя. Так, небель. А для малышей где? Нет, мне небель нужна. Давай понимаете? Нет, не то. Игрушки, точно. Да, памперс. За 25. Покупаю. Блин, я потратила. Ладно, пошли. Я так хотела прическу тебе купить. Она еще и туалет это хочет. 10, 4. Она еще и пить хочет. А, нет, это мыться. Она очень есть хочет, видимо. На, в туалет сходи. То давай мы его ее помоем.
Она не хочет пить, это она грязненькая просто. Ладно, сейчас мы ее помоем. У нее отличное здоровье, окей. А этот мне куда? Куда мне это положить? А что? Неплохая идея, можно. Блин, жалко, я так хотел. Так, предметы ноль. Так, окей, ничего. Я не хочу ничего. Как отсюда выйти теперь? Как отсюда выйти? Построить комнату? Нет. Ребята, что мне делать? Вот это, блин. Она спать хочет. Ладно, давайте мы ее. Я счастлива. В смысле? Смотрите, она спит. Как знаешь? А, все, да. Пойдемте ей еду тогда покупать. А как? А. Кстати, помните, я пещеру там видела? Так, еда. Морковки. Пончик. Да вот, нет, спасибо. Она там летает, ты что там делаешь? Молочко за 5. Ну что, давай тебя поить тогда. В рюкзак заходим. На. Все. Напилась. Мне еще надо? Серьезно? Я, блин, деньги трачу. Блин, да у меня мало денег. Все. Сейчас ты напьешься у меня. На. Помните, я там пещеру видела. Давайте. Блин, я не могу там пещеру засунуть. Только я могу тут войти. Опа-на. А что здесь делать надо? А, я деньги типа добываю. Тогда мне нужно за 60 зайти. Прикольно, кстати. Я догадалась, что нужно на кирку нажимать. Да вы гляньте, как быстро деньги добываются. Давайте мы еще побольше накопим. Ох, вот это у меня денег сейчас будет. Главное, чтобы она там всегда была счастлива. Милая, конечно, малышка. 81 монета, 82. А, так здесь еще по плюс 2 монеты еще могут давать. Я хочу накопить себе, ну, хотя бы 130 монет. Я накоплю. У меня будет 130 монет. Нет. Так, чтобы познали, вот эти вот полосочка внизу, вот это вот обозначает, когда я смогу получить денежки. Ладно, давайте тогда 150 наберем монет. Очень хочу набрать побольше денег.
Все, сейчас беру 150 монет и уходим отсюда. Так, смотрите. Ладно, давайте еще немножечко наберем и все. Все, можем идти. 150. Она лежит здесь, загорает. Я люблю тебя, я тоже тебя. Она на попе едет. Как странно. Это для детей. Куда я? Я не разрешала. Заходи домой. И я домой к тебе. Так, упала. Фу. А ну вернись. Вернись. Куда я не хотела ее на улицу отправлять. К счастью. Надо мной игра издевается. В смысле? Ладно, пока она в туалет хочет. Очень есть хочет. Ладно, давайте мы что-нибудь купим. Давайте яблочко за 20. Так, но я не очень хочу тратить деньги, так что давайте вот такое купим. Пани. Блин! Зря! Вот зря! Зря я это сделала. Ладно, нужно сейчас быстро добыть еще немного. Еще монеты, все. И быстро что бежать к доченьке, а то вдруг ее там вырвут от голода. Но клево, что здесь есть пещера, в которой можно на деньги добывать. Мне это нравится. Да елки-палки. Я не знаю, сколько я здесь уже тыкаю, потому что точно очень долго. Да вы гляньте, что, она уже не очень веселая. Видите, она теперь только улыбается. А нам нужно, чтобы она открывала ротик. Верно? Так, все, выходим отсюда. А то вдруг она там... Блин, уже помирает. Давайте мы ей еды купим. Я не хочу тратить сильно деньги, поэтому опять покупаем только бутылочку. У меня их что, 4? Что, серьезно? 1 и 4, реально. Не надо было так много тратить. Ладно, заходим. Что, пошли? Что нам там тебе надо делать? Все нормально у тебя? Все, в туалет иди, и давай мы тебя сейчас помоем. Я рада, что мы дружим. В смысле? Так я ж ей мама. Это какого фига? Она сейчас помоется. Все, давайте мы ее накормим, а то она там вообще очень голодна. Что там у нас? На. О, господи. Юля, все, больше не чихала? Ты меня любишь? Она спрашивает, ты меня любишь? Я люблю тебя. Мы уже говорили про это. Да ты же спросила у меня только что. Что ах ты. Ладно, давайте это пока мы в рюкзак. Как это в рюкзак убрать? Да. Ты меня любишь? Я не могу ответить, к сожалению. Так, мне нужно ей памперс купить. Ой, блин. А что мне делать? Мне же ей надо купить памперс. А памперс продается за сколько вообще он? А он вообще за сколько? За 25, и у меня 1 монета. Ладно, пойдемте копить.
давайте только побольше накопим. Все, копим больше. Ладно, не хочу пока сильно копить. Ой, а чё она? А чё она? А чё ты несчастлива? Ты где, моя крошка? Сейчас мы тебя оденем. Ой, вот эти вот надо было выбросить. В смысле? Ты меня любишь? Я забыла памперсы купить, блин. Пойдемте покупать. Но я же... А, точно, забыла. Все, покупаем памперсы. И у меня осталось еще 7. Как же это прекрасно. У меня так мало денег. Ну что, сейчас мы тебе дадим памперс. А что не так? Ты меня любишь? Наверное, она грустит из того, что я ей не отвечаю. Но что мне еще делать? Я же в этой игре не могу ей отвечать. Главное, сильно ее не качать. А то помните, когда я ее сильно качала, ее вырвала. Я люблю тебя. Ой, да, господи, да. Да ты ж мое солнышко. Давайте мы пока выбросим Блевантин. Потом еще Блевантин. Потом грязный пампер. Главное, чтобы ее опять не вырвало. Ладно, все, слезай. Слезай, я сказал. Я не могу. Смотрите, она подросла, мне кажется. Почему я ее так... Так. Она реально подросла, мне. Я счастлива. Ну, играй в песочке, что-то все. Все, пошли домой. Давайте мы ее в комнату пока отведем. А за сколько мы... Хорошо, я запомнила. Зачем? Сот, хорошо. Я люблю тебя. Да хватит там на стул садиться. Я тебе не хочу на него садить. На! Ты будешь с игрушкой играть? Да на, поиграй. Игрушечку взяла. Я люблю тебя. Ага, это я теперь ее связываю. Она подросла, полчаса типа уже прошло.
пойдемте будем ее в ванной развлекать. О, гля, тихо, как она теперь подросла. У нее теперь... О, ей теперь памперсы не нужны. Клево. Наконец-то. Я счастлива. Да, да. Ладно, пошли. Ха! Это как она туда улетела? Ты что, в окно улетела? Да как она так сделала? Поставьте, пожалуйста, ролик на паузу и пересмотрите этот момент. А то я даже не знаю, что она, как это произошло. А, то есть, у нее было 8, а она один раз там сделала это, и все. Ладно, давайте мы ее купать будем. И сейчас возьму вот эту погремушку. Типа полчаса уже прошло. Ребенок будет расти каждые полчаса. Все, ребенок закупался. Но он очень хочет есть. Ладно, садим тебя вот сюда. На. Все. За 700, да? Ладно, что мне нужно с ней теперь делать? Лети. Ладно, пойдемте. Будь она пока в песочке поиграет. Главное, в бассейн ее не садить, а тоже я долго там буду. А что надо мне? Надо будет как-нибудь вот эту прическу купить за 60. Я придумала. Сейчас накупим 700 монет, купим малышку. Шку вторую. А потом все будет шикарно. Даже если вот это у нас... Если даже вот это вот у нас что-то с ней будет, я брошу это дело и начну. Чтоб вы не смотрели, как я долго буду это бить, я остановлю. У меня устал палец, поэтому погнали. Купим ей прическу. Ты там счастлива? Она еще подросла. Ну, покупаем. Еще 16 у меня осталось. Очки не хочу. Как вы думаете, что ей можно купить? Возьми. Сейчас, ребятки. Так, ребятки, мне вот это очень нравится. Но мне кажется, ей бы лучше вот такое подошло за 50. Очки я и совсем не хочу покупать. Но давайте хотя бы посмотрим, какие есть. Так, нет, все некрасивые. Маски. О, боже мой, какие здесь некрасивые маски. Смотрите, какая милота. 8. Нужно будет как-нибудь за 79 вот такую купить. Но пока что я не хочу. Да нет, я не хочу эти штуки. Нет. 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 О, точно, да? За 70 можно вот эту купить. Я пошла. Тера-тера-тера-тера-тера-тера-тера-тера-тера. Сори, но я натыкала больше, чем 75 раз. Куплено.
Теперь ты самая миленькая. Ладно, ребятки, давайте мы ее сейчас помоем. Потом поиграемся с ней и будем заканчивать на этом ролик. Помоем ее. Что, теперь давайте мы ее сейчас накормим. Теперь давайте мы ее сейчас с ней поиграемся. Все. А теперь понесли. Давайте мы ее в кроватку положим. И все. Ну что ж, ребятки, я думаю, на этом мы закончим. Увидимся в следующей серии. Всем пока-пока.